Еще один сильный пожар произошел в Красноярском крае, на окраине Канска. Там огонь уничтожил несколько жилых домов. Фото происшествия появились в социальных сетях. По словам очевидцев, пожар начался в частном секторе. Как сообщают правоохранители, возможная причина – сжигание мусора и сухой травы на придворовой территории. Никто из жителей, к счастью, не пострадал. Сейчас на месте работают пожарные.